Финал фестиваля художественной самодеятельности «Таланты без границ» прошел в культурно-досуговом центре «Заречье». В нем участвовали люди пожилого возраста и инвалиды, проживающие в стационарных учреждениях социального обслуживания. В отборочном этапе выступили 37 коллективов со всей Московской области. 16 лучших творческих команд вышли в финал. Продемонстрировать свои таланты на фестивале смогли 250 человек.